звезда, звезда любви, приветная. Заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна. Вы читаете русскую литературу? Вот вы говорили, что Шмелёва читаете еще. Сейчас что? Уже ничего почти не читаю. Стал старым, больным. И приезжаю раз или два на кладбище. У меня свой круг людей, которые по панихиды приезжают служить. Отношения здесь священник сейчас англичанин православный. Отношения хорошие, братские, тем более сгладилось многое. Но, конечно, мы разных епархий. Кроме того, он ничего про историю кладбища не может сказать. Как началось это кладбище, вы знаете, когда, значит, гражданская война закончилась в 20-м году, большая масса эмиграции хлынула на Запад. Уходили часто люди, которые теоретически могли оставаться. Няни с семьями офицерскими, да и совсем не только офицерские семьи. Масса гражданских лиц уходила, потому что это была ужасная вещь, когда переходе из рук в руки, розыски, обыски, расстрелы. Это, я помню с детства это ощущение накатывающее, знаете, приближающегося фронта. Мне тогда было 9 лет, но я сам это видел в Крыму. Это очень тяжелая вещь, когда одни уходят, другие приходят. Обыски, расследования, расстрелы. На Ялтинском МАУ столько было расстреляно людей, их сбрасывали с Янцевского МАУа прямо в воду, что когда однажды позвали осмотреть днище водолаза, то он не выдержал, потому что задергал, чтобы его подняли. Там стояли, качаясь, трупы расстрелянных. А кто стрелял? Что? Кто стрелял-то? Белые, красные? При мне это были красные, но вообще белые тоже. Белые совсем не были более мягкими. Это сейчас иногда иллюзия маленькая бывает у приезжающих в отношении белых. Здесь много белых, которые были очень жестокие, погребено многих белых. Вы знаете, и с той, и с другой стороны были и жестокие, и бесчеловечные, и были человечные. Здесь, например, одна мать погребена, Варвара Николаевна Лучинская. Один сын убит на стороне белых, другой на стороне красных. Да и матери навсегда осталось, как будто брат брата, один сын убил другого сына. Это не буквально, но потом вот вы снимали, я видел писателя Шмелёва «Могила». Его недавно вышла книга в Советском Союзе «Праздники Господни». Это, собственно, не религиозное. Да, собственно, не религиозное, а бытовые, так сказать, воспоминания скорее. И там очень хорошо в предисловии говорится, что в то время не учитывали, что те белые, которые не ушли за границу, быть может, больше любили свою страну, чем свои идеи. Сын Шмелёва остался, он белый офицер был расстрелян Белокуном. А Белокун расстрелял великое множество людей по подозрению уже после ухода белых. Он был, тогда наводил, так сказать, порядок в Крыму. И расстреляно было им до 10 тысяч, говорят. Он расстреливал по подозрению в сочувствии к ушедшим белым, и также тех белых, которые в горах скрылись, не успели погрузиться.
Он, между прочим, обещал им амнистию, водил даже, говорят, по улицам Ялты, и потом всех расстрелял. Правда, и сам он был расстрелян советской же властью. Это судьба была многих жестоких людей. Да, вот, вы знаете, я, значит, до 9-летнего возраста в Крыму был. Крым несколько раз из рук в руки переходил. У меня осталось в памяти песенки, которые мои приятели-мальчишки пели на улицах. Хотите? И причем, заметьте, в Белом Крыму, когда белые были. Офицер, чего топаешь? И вот на мол попадешь и пулю слопаешь. А с пароходов сбрасывали, стреляли. Пароходик идет, дымит парами, будем рыбку кормить комиссарами. Пароходик идет ближе к пристани, будем рыбку кормить коммунистами. Пароходик идет, дымит кольцами, будем рыбку кормить добровольцами. Добровольцами называли белых в те времена. Комиссар, по что женишься? Вот кадети придут, куда ж денешься? А все это перемежалось, ой, яблочко, куда ты кочешься? Вечика попадешь, не ворочишься. Здесь, значит, за 70 лет погребено приблизительно между 21 и 22 тысячи русских. Я говорю про русских, то есть индивидуально. А могил 8200. Многие говорят так, о да, вот может быть эти люди предчувствовали, каково нам будет под Сталиным, под Ежовым, как говорили, в ежовых рукавицах. И это не совсем верно, потому что жестокие люди были и с той, и с другой стороны. И были и идейные люди, пусть фанатично идейные, тоже с двух сторон. И человечные были и с той, и с другой стороны, и бесчеловечные. Вот то, что я вам рассказал, несколько примеров. Я как священник знаю, так сказать, многих, кто похоронен здесь за 40 лет, за 42 даже год. Но ведь я же никогда, священник служит панихиду, дает возможность людям помолиться, дает такую, если хотите, канву церковных песнопений, молитв, по которым душа легче молится об ушедших. Но никогда ж не расспрашивает, кто умер, кто был, что делал. Так что то, что узнаешь, случайно иногда узнаешь. И там, и здесь, между рядами, звучит один и тот же глас. Кто не за нас, тот против нас. А я стою один меж них в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других. Здесь похоронены русские, которые сражались во французской армии против нацистов. И несколько раньше в войне, в Первой мировой войне. Но вот эта могила, она чрезвычайно интересна. Здесь похоронен священник, князь Николай Оболенский. Умер он в 1979 году, относительно недавно. Он был награжден высшими орденами французской армии, был полковником. И здесь же, как видите, тоже вот можно увидеть ордена даже. Это его жена, княгиня Вики Оболенская. Она была гильотинирована в тюрьме Плецензее нацистами, потому что она возглавляла подпольную организацию, действовавшую здесь, в Париже, в которую входили отпрыски многих семей, таких родовитых дворян российских, живших здесь, в Париже. И ее пытали, ее делом занимался Гиммлер, как утверждают лично, и
вроде бы, так сказать, ходила такая легенда, что даже было решение фюрера помиловать ее при условии, если она попросит сама о помиловании. Но она не попросила о помиловании, эту бумагу не подписала. Тоже могила, которая имеет непосредственное отношение к нашей русской истории и к нашей литературе тоже, если хотите. Вот это могила Юсуповых, того самого князя Юсупова, Феликса Юсупова, который убил Распутина. Вот это могила Дмитрия Сергеевича Мережковского и Зинаиды Николаевны Гиппиус-Мережковской. Они были супругами, как вы знаете, естественно. Вот интересно, Мережковский умер в 41-м году, а Гиппиус в 45-м. И в этом какой-то знак судьбы есть. Мережковского не очень любила эмиграция белая, хотя вместе с тем к нему и тянулись. Они же ведь вместе с Гиппиус были, ну, как сказать, центром, что ли, вот этой русской литературной эмиграции, потому что они организовали это общество «Зеленая лампа», и точнее, может быть, воссоздали это общество, потому что в свое время «Зеленая лампа», оно при Пушкине было, Пушкин еще посещал его. Но вот Гиппиус и Мережковский, они очень много, конечно, сделали для русской литературы здесь в эмиграции. И я бы хотел вот прочитать эти слова, которые Гиппиус писала здесь, в Париже. «Скажут, пожалуй, изгнание, эмиграция – это такие неблагоприятные условия, что нечего и ждать, кроме анабиоза. Но ведь и в России условия для процесса жизни не очень-то благоприятные. Мы их знаем. Рабство, нищета, насильническое вытравливание моральных ценностей, отрыв от общеевропейской культуры, беззаконие и бесправие». Я делаю, опять же, поправку на взгляды Гиппиус. Тут не буду, как говорится, делать сноски. Не будем комментировать, да. «Если эти условия положить на одну чашу весов, а на другую наши условия, — писала Гиппиус, — чужая земля, сознание безродности, распыленность, трудность заработка и так далее, не думаю, чтобы вторая перевесила. Даже, думаю, первая окажется тяжелее. Но чтобы не вызывать лишних споров, поставим между неблагоприятными условиями там и здесь знак равенства. Что ж, разве мы считаем, что Россия в анабиозе? Разве мы не приглядываемся жадно, какие там в глубинах происходят изменения, что дал людям в России их кандальный опыт? Опыты наши различны, но ихний впоследствии пригодится нам, а им наш. Ничья паника, что вот, мол, мы с ними разделены, на меня не действует. Между нами нерушимая связь. Одно разделение, впрочем, я вижу и предлагаю его принять. Это разделение труда. По тому же предмету нам задан судьбой один урок, им другой. Вот и все. Ну что ж, мы можем Гиппиус сейчас поклониться и сказать, да, в общем, вы оказались в 1927 году правы, потому что связь это есть. Там, где бродили русские писатели, живущие в Париже. То есть здесь был, конечно, и Бунин, и Мережковский, и Ремезов, и Борис Поплавский. Это латинский квартал, центр Парижа, собор Парижской Богоматери, место, где собирались и гуляли великие французские писатели и наши русские великие писатели эмиграции, Мережковский, Бунин, Ремезов, поэты. Ну, вот вы называете это все-таки вот первая волна русской эмиграции. Да, это, конечно, писатели, первая волна. Писатели, которые приехали сюда во Францию сразу или вскоре после революции. После революции, да. Это такое, в общем, ядро всей эмиграции
слава русской культуры, которая была вынуждена эмигрировать уже в 20-х годах в основном. Так, мы все знаем об этом. Вот. Культурная русская эмиграция сконцентрировалась в основном в Париже, потому что Париж всегда был связан с русской культурой, и поэтому естественно, что русская культурная миграция, особенно первая миграция, сосредоточилась здесь, в этом великом городе. Как вы видите, что Париж, его архитектура, его духовная аура, сохранившаяся от средних веков, это аура действительно великого, прекрасного города. Надо сказать, что Франция, на мой взгляд, единственная, может быть, из европейских стран, которая еще как-то духовно сопротивляется американизации и такой крайней примитивизации. Вы видите здесь много книжных магазинов, кстати. Франция считается самой читающей страной Запада. И в этом отношении огромный разрыв между Францией и всеми остальными западными странами, включая Англию, Германию, и качество книг тоже гораздо выше. Поздно вечером в мой уголок безмолвный я с шумной улицы вернусь, раздумья полный. Тогда Евангелие читаю в тишине. Меж тем, как из окна доносится ко мне Париж недремлющий, твой шум многоголосый, над книгой вечную забытые вопросы опять встают в душе. Земная жизнь людей полна величия, но есть ли правда в ней? Здесь теперь у вас издается. Это видно, что люди страшно интересуются и читают и Набокова того же, и мигрантских писателей, как, например, Зайцев, или то есть читают это все. Это неизвестно, потому что тиражи очень маленькие, по 100 тысяч, там, по 20 тысяч. Например, у вас же уже вышел наш Бердяев, но его не достать просто так в магазине. Только по подписке. И тираж 30 тысяч, если я не ошибаюсь. Это ничего, 30 тысяч. Тут огромное количество имен, понимаете, если вы возьмете, скажем, библиографию. Библиография одного отца Сергия Булгакова, если я не ошибаюсь, больше 200 страниц. Библиография того, что он написал, и с переводами на разные языки. Очень многие его книги были переведены на очень многие языки. Понимаете, все-таки обидно, что они известны каким-то папуасам, простите, а в собственной стране они неизвестны. То же самое вышла библиография Бердяева. Это 483 названия статей и книг. 483. Из них, я не знаю, что у вас, ну что-то, может, издано. И тут, видите, это по-французски и по-русски. Полная... И Булгакова еще полнее, видите, в ней, значит, 160 страниц, и то же самое, тут тоже все статьи, это невероятно плодовитые писатели, видите, 300 с чем-то, больше 300, 413 названий того, что им было написано, книг и статей.
тем больше это люди, которые сами прошли через марксизм. И Булгаков был марксистом, и Бердяев был марксистом. Поэтому они знают марксизм. Они от марксизма пришли к идеализму, от идеализма к христианству. Так что это целый путь они проделали, который сейчас часть русской интеллигенции в Советском Союзе, может быть, тоже проделывает. Не могли бы вы нам немножко рассказать о вашем отце, о его деятельности? Да, понимаете, я, конечно, был, мне сейчас уже почтенный возраст, тогда мне было 11 лет, когда он скончался. Конечно, я его помню, как всегда, невероятно занятого, у нас всегда толпился народ. Приходил он в Ницком соборе, тогда был священником, и, по-видимому, священником хорош, я-то не отдавал себе отчета. Но мы прямо никогда его не было дома, то он где-то был, то в каких-то в больнице, то какую-то психушку ходил, то есть то у нас народ толпился. И потом переехали в Париж. В Париж он, кажется, заболел, это было в посту, от язвы желудка. И, значит, в каком году он? Он умер в 34-м. И имя его, вот я ездил еще недавно в Советский Союз и встречал людей, которые читали его книги, слыхали о нем и так далее. Так что, в каком смысле, его дело продолжается через его книги. Я знаю, что даже в одном из наших издательств планируется том его произведения, Гречанина. Кирилл Александрович, а теперь немножко, если можно, о вас. Вы чем занимаетесь в Париже? Не знаменит. Родился во Франции, так что уже настоящий, можно сказать, француз по гражданству, но по культуре я скорее двойная французская и русская. И я вот уже 30 лет занимаюсь тем, что раньше всеми неправдами переправлял книги в Советский Союз религиозные, а теперь... А вы переправляете только книги религиозные? Было так, что я в 61 году работал в Москве на французской большой выставке в книжном отделе. И, значит, люди обычно книги брали, смотрели, но и просили меня что-нибудь из Франции прислать. Вот я приехал в Париж с карманами, полными адресов, и надо было что-то сделать. Ведь тогда были хрущевские времена, были трудные времена. Правда, тогда, когда первый раз вышел Иван Денисович. Но религиозной литературы, по существу, не было. Ну вот, и не буду всю историю рассказывать. Последние 2-3 года стало гораздо легче, поэтому спрос на книги у нас невероятно возрос. Мы шлем сейчас по сотням адресов, получаем массу писем и от вас. Это разные города, разные города России. Города. Понимаете, те, кто приезжают и берут книги, это скорее из столиц. Москва, Ленинград, иногда Киев. А мы шлем как раз в самые такие медвежьи углы. Оттуда приходят письма. И друг другу передают, и, значит, иногда даже люди абсолютно нам неизвестные, с просьбами, священники, простые, молодежь. Вот вчера получил от какой-то девочки 7 лет письмо, что-то хочет почитать для детей религиозную литературу. Так что это огромная работа, которая стоит нам баснословные деньги, но мы их стараемся собрать и посылаем, значит, по почте. Плюс к нам приходят в наш... У нас такой, все-таки, слава богу, дом есть, который мы, бог знает, когда купили, еще в 30-х годах. И там у нас толпятся советские граждане, и мы им бесплатно даем книги. Какую литературу? Это, я знаю, Евангелие, Библия? Нет, богословскую литературу. Mm-hmm. Вот все, что писали здесь писатели, философы, Сергей Булгаков, Франк Шестов и так далее. И таких тут все-таки очень много. Вот как раз... Тут в этом книжном магазине видите, что было издано за эти годы. Эти книги не издавались в Советском Союзе, дай бог они будут издаваться. Но вот эти книги люди берут, иногда берут литературу, естественно, Солженицыным интересуются, поэзией, писателями, скажем, Буниным, Зайцевым, Шмелевым и так далее, которые здесь писали. Нам вот Федотова в частности. Книги. Федотов очень им интересует. Очень Федотов. Все, что касается... Значит, русская культура, он все-таки человек очень такой крупный, я бы сказал, знаток дореволюционной России, ее мысли, ее литературы. Он на самые разнообразные темы писал. Вот эта «Тяжесть России», это мы издали, скорее касается проблем, видите, скажем, социальное значение христианства,
основы христианской демократии. Но для меня это были люди, которые совершенно недоступны в каком-то смысле. Я видел Федотова раз в жизни на каком-то докладе, Бердяева я раз видел, и меня поразил его тик. Я даже не знал, что какой-то тик. Он периодически язык высовывал. Я, как мальчишка, это запомнил. Опять это люди... Я-то родился в эмиграции, они в эмиграцию приехали уже с зрелыми, взрослыми людьми. Так что я мало что знаю. Я только знаю, что они все почти преподавали в Богословском институте в Париже, который, правда, зарплата была ничтожная, но Федотов преподавал агеологию. Это история святости русской, это была его, одна из его специальностей. Он изучал по архивам, по документам. Затем преподавал в споре Западной церкви. Бердяев, правда, у нас не преподавал. Он, в общем, от всякого такого школьной философии отказывался. Он был такой свободный мыслитель. Он считал, что его преподавание будет связывать каким-то определенным христианским православным учением, понимаете? В то время, как некоторые его идеи, скажем, можно сказать, еще не были восприняты православной церковью, или слишком смелые, или, может, недостаточно православные и так далее. Так что, ну, у нас почти все авторы вот этих книг, которые здесь продаются, они преподавали в Богословском институте. Флоровский преподавал, Зиньковский преподавал. Вот замечательная история русской философии двухтомная. Второй такой книги нет. Я читал вашу историю философии, поскольку, простите, я не знаю, может быть, теперь более объективно ее будут излагать, но то, что я читал, это совершенно что-то, понимаете, очень недобросовестно. Так что, но сейчас как-то все-таки стало... Наконец мы дожили до перемен у вас. Православная церковь все-таки в России, она была творцом русской культуры. Сейчас ее терпят. Люди ничего не знают. Сколько я встречал людей, которые буквально крещенные, но ничего не знают. У них буквально даже не каша в голове, у них вообще никакого знания. Вот им хочется вот пойти в церковь, я обходил в церковь, помолиться. Но что происходит из-за языка, из-за безграмотности, из-за отсутствия литературы? Кирилл Александрович, и, пожалуйста, вот будьте добры, представьте вот этот ваш вестник, да, нашим зрителям. Значит, вестник, это уже 156 номер. Так что выходит он уже больше с 25-го еще такое года. Раньше это был тоненький журнальчик, скорее для членов русского студенческого христианского движения, такой внутренний бюллетень. Потом, в зависимости от редактора, он более-менее приобретал значение, вес, объем. Теперь редактором, я уже сразу перехожу, Никита Алексеевич Струвы, который как раз директор нашего издательства. И он очень близко к сердцу принимает работу издательства. И вот журнал вырос до толстого журнала 300 страниц. Теперь он посвящен одинаково темам религиозным, как темам культурным, культуры русской, естественно, культуры западной. Печатает отчасти архивный материал. И он прямо может посмотреть по... Давайте посмотрим. Прямо интересно. Что монах. Какие... Вот тут я беру русское оглавление последнего. Вот, скажем, «Крещение Руси и развитие русской мысли». Из Ленинграда статья. Видите, вот Майндорф, наш один из самых крупных богословов. «Культурная связь Византии и южных славян в России». Это, скорее, историческая статья, исследование. Анкета Вестника. Затем вот тут встреча с Ахматовой. Вот тут Ахматова, она, Ахматова, приезжала... Правда, незадолго до смерти были с ней встречи. Никита Алексеевич с ней долго встречался. Затем об ее политическом творчестве. Это, правда, номер, посвященный, можно сказать, полностью почти Анне Ахматовой. Это интересно. Поэтому в России это, я думаю, главный читатель сейчас у вас. Какие там стихи, к чему они, когда как свечи потухают дни, когда за окнами и в сердце тьма, когда ночами я схожу с ума от этой непроглядной темноты, от этой недоступной высоты. К
Какое там бессмертие, пуста над миром ледяная высота. А, да-да-да-да-да-да, это философ. Вот. У Лоскова, между прочим, и здесь выходили книги во Франции. И до сих пор они весьма популярны среди русской эмиграции. Кстати, так же, как вот возьмите Петерим Сорокин, это же ведь был человек, который фактически изобрел теорию конвергенции. Это об этом мало кто знает просто. А ведь у истоков теории конвергенции стоял Петерим Сорокин. Да, между прочим, так сказать, он не отрицал начисто социалистического пути развития. Вот, но считал, что, в общем, должна быть при социализме рыночная экономика. То есть где-то он, кстати, звучит современно и с тем, что мы сейчас делаем. Вот могила Ремезова здесь. Да, давайте подойдем. Ну, Ремезов, видите, вот он уехал в эмиграцию в 1921 году. Очень самобытный писатель. Он по стилю, по языку. Но очень русский. Вот. Он считал, что на него оказали самое большое влияние именно такие русские писатели, как Гоголь, как Лесков и Достоевский. Вот у него, так сказать, три кита, на которых он стоял. Что касается Ремезова, то, конечно, он бродил по этим местам, потому что это место около собора Парижской Богоматери и около Латинского квартала. Это место излюбленное место писателей, как русских, так и французских. Надо сказать, что я люблю этого писателя просто по простой причине. Он лично мне близок по смыслу его творчества и по художественным методам. Ремезов, как вы знаете, в общем считается во Франции одним из лучших европейских писателей 20 века. И это, несомненно, один из лучших русских эмигрантских писателей наряду с Буниным, с Мережковским, с Набоковым. Он эмигрировал в 1921 году и, кажется, в 1923 году приехал в Париж и с тех пор жил здесь. Он издал здесь довольно много книг, но только под конец своей жизни он умер в 1957 году. Ремезов стал всемирно известным писателем благодаря тому, что его стали переводить на французский язык постепенно, особенно, кажется, в последний год жизни к нему действительно пришла мировая слава, но он был уже, по-моему, совершенно болен, жена его умерла, и это была такая физическая агония и вместе с тем мировое признание, такое странное сочетание. Названия его книг говорят сами за себя. Русские народные сказки, любимые московские легенды и так далее. Он жил в необычайном великом русском языке, не только в современном русском языке, но и в древнем русском языке. То есть, живя в Париже, он творил некое чудо. Читателей, конечно, у него было немного, даже среди русских. Почему? Потому что его творчество, на мой взгляд, было гораздо более сложным и, на мой взгляд, более глубоким, чем, скажем, творчество Бунина, даже Бунина. Ну вот расскажу, скажем, такой случай, который моей жене рассказывал старый эмигрант о Ремезове. Его вызвали в префектуру, он должен был вести там переговоры о документах, и его спросили о профессии. Он ответил, что он писатель. В префектуре удивились и спросили, есть ли у него читатели.
кто его читатели? Тогда Ремезов ответил, что ну, у меня может быть 8, 9, 10 читателей. Тогда ему ответили, что вы не писатель. Раз у вас так мало читателей, значит, вы не писатель. И чем дело кончилось? Французская академия выдала Ремезову бумагу, на которой было торжественно написано, что он является писателем. Ну вот такой поразительный случай. Эта книга издана недавно. Называется она «Учитель музыки». И издана она усилиями современной миграции. Книга эта довольно уникальна, потому что это автобиографическая книга Ремезова, в которой он описывает как раз свою эмигрантскую жизнь. Вот. И вместе с тем это необычная автобиография. Вот Ремезов здесь, видите, он увлекался такими различными изображениями, игрушками из русских народных сказок, русских народных легенд. Характерный для него портрет, да. И это, конечно, когда он еще был молод. Эмигрантская парижская жизнь Ремезова в этой книге является как бы всего лишь фоном, а таким внутренним содержанием этой книги является Россия, ее мифы, легенды и язык. И поэтому в этой книге выражен весь Ремезов. Лефарь, да, это наш тоже. Да, вот это Сергей Лефарь, это, вы знаете, это человек удивительный совершенно, просто удивительный. Он был долгое время директором Парижской оперы. И восстановил традиции Дягилева. Поэтому с именем Лефаря связана вот эта вот преемственность русского балета и вообще русской музыкальной культуры во Франции. Ведь до сих пор есть дягилевские сезоны и в Монако, и здесь. И эта память о Дягилеве, она сохранилась в значительной степени благодаря Лефарю, самоотверженности его жены, кстати, вот, которая... Видите, вот здесь вот Лампада. Угу. Это... Он совсем недавно ведь умер. Он недавно умер, да, 3 года тому назад. Вот эта Лампада, она горит постоянно. Это все заботами его жены, которая его очень-очень любила. Она француженка, но она обожала русское искусство и... Вот, и его тоже. Мы подошли к могиле еще одного писателя русского, Бориса Константиновича Зайцева. Борис Константинович Зайцев у нас мало был известен после революции. Хотя, вы знаете, в 1921 году он был избран в Москве председателем Московского союза писателей. Да, вот это очень интересный факт. Да, но вот забыли уже потом обо всем этом. Он уехал по расстроенному здоровью, как он говорил. Уехал сначала в Берлин, потом в Италию, потом вот уже осел во Францию. Он, в общем, здесь стал человеком очень религиозным, и практически вот даже такая фраза у него была в одном из романов, он говорил, что если я оказался на чужбине, то это воля Божья, и я против этого ничего своим крохотным умом
сделать не могу. Вот в этом, так сказать, вся его философия. Ну, его, как говорят, что его романы он мог бы свои даже не подписывать, его все равно узнавали бы, потому что у него потрясающая совершенно чистота русской речи. И вот такие даже его религиозные вот последние романы, как «Сергей Радонежский», это удивительный по своей чистоте русская речь. Удивительная. Как будто бы, вот знаете, вот бывают такие в лесах незамутненные родники. Вот у него примерно, если уж так вот сравнивать, вот, наверное, такая речь у Зайцева. И сейчас в издательстве «Художественная литература», кстати, издается его трехтомное собрание сочинений. Так что я думаю, что наши читатели могут... Ну, вот видите, возвращается, возвращается. Неслись года, как клочья белой пены. Ты жил во мне, меняя облик свой. И, уносимый встречную волной, я шел опять в твои замкнуться стены. Но никогда сквозь жизни перемены такой пронзенной не любил тоской я каждый камень вещей мостовой и каждый дом на набережной Сены. Такая мемориальная комната Бориса Константиновича Зайцева, вашего отца. Да, он жил здесь всего только 3 месяца, потому что мы переехали в эту квартиру 20 октября 1971 года. Он умер 29 января 1972. Он здесь работал, вот кресло, в котором он сидел. Вот эта вся полка, это книги его современников, почти что все с автографом. Я глубоко убеждена была, что когда-то он вернется в Россию. Угу. Но не думала, что так скоро. Вот что для него была Россия? И что для вас сейчас Россия? Ох, это уже трудно сказать. Мы уже настолько офранцузились, но все-таки мы, конечно, не французы. Наша жизнь прошла, но мы все-таки воспитали детей в русском духе. Они чудно говорят по-русски, наши мальчики и наши внуки. Два сына. И... Господи, внуки тоже говорят, но, конечно, уже плохо по-русски. Но они очень интересуются. А наш дом вот здесь был, Кривоарбатский переулок. Угу. А это дом против, который на углу Арбата и Кривоарбатского. Кривоарбатского. Это вы девочка, да? Это я девочка, да. Это ваш брат? Нет, это мой двоюродный брат, который был который тоже погиб, февральской да? революции. Февральская революция. Это его мама. Угу. Потом, значит, тут это вот сидят Юрий Алексеевич Бунин, Иван Алексеевич Бунин, Телешев. Бунин ведь очень переживал смерть своего брата, да? Да, да. Стоят Глаголь, Борис Зайцев, Разумовский, Белоусов и Леонид Андреев. Вот. А вот этот чудный портрет Иона, моего отца. Да, да, а это Телешевская... Это здесь происходили среды, собирались среды, да? Немножко, давайте вот сейчас подержим так, чтобы этот чудный портрет хорошо получился. Вот. Так, а вот это что такое? Да, а вот это дом на Кривоарбатском, в котором мы жили, и вот наши окна, вот эти два. А в 66-м году вы туда приходили? Мы приезжали на машине, и я моему мужу показала, я говорю, видишь, я все помню. На Кривоарбатском. А вот это? А вот это... Тут, тут Андрей Белый, тут Шаляпин, Горький Иван даже, Алексеевич. Да? Это среда, да, вот, или Горький. Нет, Горький, вот Горький, он, да. Горький, да, молодой. Шаляпин. Да, это чудная фотография. Чудная фотография. А это кто сидит вот в кресле? Знаете, я надеюсь, что там что-нибудь сзади написано. Это все, конечно, удивительная редкость. А, да, скиталец. Скиталец, стоят скиталец, Горький. Подождите, а кто же посередке? Да, кто-то не знает. Сидят слева направо. Андреев, Шаляпин, Бунин. Андреев, Шаляпин, Бунин. Это я понимаю. А кто дальше? Найденов. Найденов, Телешев, Чириков. Чириков. Найденов. Телешев. Телешев и Чириков. Чириков. Надо сказать, что мой отец считал, что
их интеллигенция того времени недостаточно понимала, что происходило в России до революции. Угу. И он себя считал отчасти виноватым в каком-то смысле. Угу. Из того, что там потом происходило, что все они занимались эстетикой, искусством, ездили по Италиям. А даже Россию папа не так хорошо знал, как бы ему хотелось теперь. Он гораздо меньше знает Россию, чем Италию, например. Угу. И потом, когда началась революция, когда у нас погибли все наши молодые, мой полубрат, брат от первого брака моей матери, он был расстрелян в 19-м году. Другой, двоюродный брат мой, родной племянник папы, был убит во время февральской революции. Он был юнкером, и он, и кончалось его дежурство, и в это время толпа, он не пускал, и толпа его убила. Это было, значит, в февральской революции 17-го года. Так что, понимаете, пережив все, что они пережили во время революции, все эти драмы, он особенно пришел к церкви и к религии, именно к религии. А вот в историческом музее моя мать со своей племянницей, дочерью вот этой тети Вали, mm-hmm. вот дедушка. А там... Дедушка был директором исторического был, да. музея, вот он. Да? Угу. Он был нумизмат. До какого года? 33-го, он в 33-м году. До 33-го года, да, он был вот. Директором исторического музея. Ему устраивали национальные похороны в 33-м году. А вот тут в Притыкине тетя Таня, старшая сестра папина, ее муж, дядя Неня, это мой полубрат Алеша, это тетя Надя, младшая сестра папина, но она все-таки старше его, папа самый младший, это Юра, сын вот этих двух, который погиб, это бабушка. А тут бабушка. А вы знаете, бабушка должна была к нам приехать в 27-м году, и ей 17 раз отказывали. Ей было 83 года. У меня есть письма совершенно разрешительные. Она пишет, опять не хватает какой-то бумажки. Опять она идет. И так она не приехала. Да? И она получила разрешение и умерла. От разрыва сердца. Вот встреча на Лионском вокзале. Вот Вера Николаевна Бунина. А это, значит, Иван Алексеевич, мой отец. По-моему, это Алданов. Алданов. Это Цвибок, Андрей Седых, который поехал с ним потом получать Нобелевскую премию. Он был его секретарем. Цвибок. А вот эта фотография Бунина, да? Это Бунин в 27-м году. Да, папа очень дружил с Буниным. Очень долго. И Бунин ведь тоже к нему относился необычайно. Да, очень. Тепло. Они были очень дружны. А моя мать и жена Вера Николаевна Бунина, они были подруги. Вера Николаевна немножко моложе ее. И у моих родителей познакомился Иван Алексеевич с Верой Николаевной, со своей будущей женой. Да, да. Это было еще, конечно, в России давно. Это было в Москве, да? В Москве, да. Папа об этом писал не раз. Папа тоже очень любил Чехова. И он описывает, как он был у Чехова. Вот его книга «Река времен», которая тоже, это антология, которую он сам при его жизни, это было, он считал, может быть, что это самые важные его произведения. Вот. Это у нас еще не издано. Это не издано. Да. То есть тут много то, что вот уже то, что попало. Попало, да. «Голубая звезда». Да-да. Это, значит, «Река времен». Нью-Йорк, 68-й год. А сегодня вот здесь, во Франции, есть читатели у Бориса Константиновича? Его творчеством интересуется? Я не могу сказать, нет. Угу. Нет. Наверное, вы знаете, интерес к литературе художественной. Я вам скажу, что в эмиграции вообще тиражи были невероятно маленькие. Тысячи экземпляров. И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленям припав. Вот это вот
вот советские туристы, когда сюда приезжают, видите, вот они всегда уже здесь кладут монетки русские, значки, кто-то конфеты, вон театральную конфетку нашу положил, понимаете, вот это уже вот после того, как узнали, где эта могила. Многие же ведь и не посещали никогда, сейчас туристы едут сюда наши. Вот посмотрите, даже такая вот деталь для Бунина очень любопытная. Бегония. Это любимые цветы Бунина. Я пришел и смотрю, что вся могила Бунина уставлена бегониями. Вся, абсолютно. А я пошел, как раз купил вот горшочек маленький, то есть, как ему здесь поставить бегонию. Просто некуда было поставить, потому что все было действительно заставлено этими горшочками, этими маленькими там с бегониями. Это, конечно, очень трогательно. Опять холодные, седые небеса, пустынные поля, набитые дороги, на рыжие ковры похожие леса, и тройка у крыльца, и слуги на пороге. Ах, старая наивная тетрадь, как смел я в те года гневить печалью Бога. Уж больше не писать мне этого опять перед счастливой осеннюю дорогой. Любопытно, что Бунин, по его признанию, в Париже писать ничего не мог. Все, что я создал, говорил Иван Алексеевич, я создал на юге Франции, в тихом уголке Прованса, в Грассе. У меня есть любопытная открытка. Вот на этой открытке изображен Грасс, а открытку в 22-м году, в первый год своей жизни в этом местечке, в парфюмерном местечке, как сам называл Грасс Бунин, Иван Алексеевич написал следующее нашей замечательной, талантливейшей русской поэтессе Зинаиде Николаевне Гиппиус. Перед домом у нас несколько старых пальм, за ними, под ними, сказочная голубая страна, море. Соловьи поют день и ночь, ночи сладко холодноваты. Завтра едем кататься на автомобиле Моисеенке в Торнс. Целую ручки, Иван Бунин. Ну вот на этом автомобиле ехали как раз к морю, потому что хотя море в ясную погоду и угадывалось, но все-таки Средиземное море находится от Грасса на расстоянии 27 километров, а не рядом с Грассом, как, к сожалению, пишут некоторые исследователи. И вот, находясь в этом самом Грассе, из года в год Бунин писал и стихи, и прозу. И, в частности, я сейчас вам покажу книжку, которая последний сборник стихов, который Иван Алексеевич выпустил при жизни. Очень красивая книга. «Избранные стихи». Издательство «Современные записки», Париж, 29-й год. Кстати говоря, каждый раз Бунин умел на своих книгах сделать какую-то любопытную надпись. Вот на этом же сборнике, но на другом экземпляре, в 33-м году в Париже, согласно надписи, Иван Алексеевич написал следующих своих две поэтических строки. «Я человек,
как Бог, я обречен познать тоску всех стран и всех времен. Великолепное стихотворение, которое было написано в то время, когда Бунин жил в Соренто вместе с Горьким, с которым в дореволюционное время он, по его признанию, крепко дружил, но после Великой Октябрьской сильно разошлись. Конечно, только на политической основе. Это совершенно очевидно. Всю войну Бунин прожил в Грасе. Что за Грас? Что за чудное местечко? Пишет он в одном из своих писем Марку Алданову. После того, как была разгромлена Франция, один из участников этой небольшой мини-войны Франции с фашистской Германией, Александр Бахрак, русский литератор, талантливый литератор, пришел на виллу Бунина Жанет и решил остановиться на несколько дней, потому что ему было некуда возвращаться. Бунин пожалел Бахрака, оставил его у себя, и в результате на свет появилась книга, уже в наши дни она вышла в 79-м году в Париже, «Бунин в халате». Вот так она выглядит. Александр Васильевич Бахрак, с которым я долго, хорошо дружил, эту книгу, так же, как и многие бунинские реликвии, мне прислал. И Бахрак и в письмах, и в своих воспоминаниях много писал о той большой роли этого грасского пейзажа, об этой чудной природе, которая занимала в жизни Бунина. Ибо эта природа все-таки, попросту говоря, вдохновила его на создание многих замечательных произведений. Вот, в частности, Бахрак пишет: «В тот период моей жизни, который проходил под бунинской кровлей, я, кажется, ничего так не любил, как в летние месяцы прогулки с Буниным, когда случалось совершать их с глазу на глаз. Тогда, как начинало темнеть, мы подымались по Наполеоновой дороге до небольшой поляны, у которой эта дорога разветвлялась. Там с наступлением ночи тучами кружились средиземноморские светляки, лючиоли, своим фосфорическим светом, словно озарявшие всю окрестность. На поляне у самой развилки торчал старый пень, на который Бунин всякий раз усаживался, чтобы отдохнуть, попривередничать по поводу скудности грасской жизни и выразить недовольство тем, что военные события развертываются в слишком медленном темпе. А побрюзжав, он начинал что-то рассказывать, нередко такое, о чем в другой обстановке он едва ли стал бы распространяться, а то касался литературных тем, делясь мыслями, возникшими у него после того, как он, вероятно, в сотый раз перечитал те несколько книг, которые хранил в своем бельевом шкафу. Почти неизбежно в какой-то момент он возвращался к Толстому. Без упоминания имени Толстого не обходилась, кажется, ни одна прогулка. И надо сказать, что свой восторг перед Толстым Бунин пронес на всю жизнь. И, в частности, в 1937 году вышла его одна из самых лучших книг о великом писателе, освобождении Толстого. В 1945 году, в последний день апреля, Бунин после шестилетнего пребывания в Грассе сел на поезд, чтобы вернуться в Париж. В Париже он не застал многих из тех, с кем в 20-м году оказался в эмиграции. Многие куда-то исчезли, большинство умерли. Умер его старый знакомый Павел Николаевич Милюков. Умерло много других русских людей. Бунин оставался самым старым среди русских писателей. Осенью того же года умерла Зинаида Николаевна Гиппиус, с которой у Бунина были очень сложные отношения. И с тем, чтобы каким-то образом поддержать свое шаткое материальное существование, в 1946 году в Шопеновском зале был проведен литературный вечер Ивана Алексеевича Бунина. Вот у меня приглашение есть на этот вечер, написано 17-й ряд. Чтобы каким-то образом подогреть интерес к этому вечеру, в газетах было опубликовано интервью Бунина, но Бунин это интервью, как выяснилось, написал сам. У меня хранится рукопись его. Бунин исписал несколько страничек. Вот о том, как он жил, я, с вашего позволения, сейчас вам и прочитаю фрагмент.
Значит, мнимый корреспондент задает вопрос. Прежде всего о том, как вы поживаете, как ваше здоровье, чем порадуете нас на вечере, что сейчас пишете. Как поживаю? Горе только раков красит, говорит пословица. Знаете ли вы чьи-то чудесные стихи? Какое самообладание у лошадей простого звания, не обращающих внимания на трудности существования? Но где ж мне взять самообладание? Я лошадь не совсем простого звания, а главное старой, старой, и потому трудности существования, которые, как вы знаете, у многих немало, а у меня особенно, переношу с некоторым отвращением и даже обидой. По своим летам и потому, сколько я пахал на литературной ниве, мог бы жить немного лучше. Когда мы в Россию вернемся, о, Гамлет восточный, когда пешком по размытым дорогам в 100-градусные холода, без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком, но только, наверное, знать бы, что вовремя мы добредем, когда мы. Довольно, довольно. Он болен, измучен и наг. Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг. И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло. Когда мы в Россию вернемся, но снегом ее замело. Пора собираться, светает. Пора бы и двигаться в путь. Две медных монеты навеки, скрещенные руки на грудь. Ведь мы потеряли столь неизмеримо много, что сейчас это даже трудно себе представить. То, что мы сейчас это возвращаем, это мы платим свой долг. Платим долг. Его надо вернуть целиком. Тут не надо считаться. Целиком надо возвращать. Только так Россия может вернуть свое наследство, то, что принадлежит ей по праву, и не потерять связь времен. Когда